Валентин, ты боишься высоты? Я не люблю ее. Все. Что мне слышится? Интервью закончилось. А, ёбаный ворот! Я тебя подыграл, да? Какой, а? Черт, ну вот волосы прям по этой хуйне так. Ну что, камеру отдаваешь? Да. А есть у тебя, ну... Держи. Резинка? Ты не пользуешься никогда? Слова моей подружки. Боишься страха? Да, конечно. Все боятся страха. Ты боишься высоты? Теперь да. Блядь, ты снимаешь меня, я снимаю тебя. Да. Понятно. Это который влог во влоге. Ну, камера дернулась вниз. Бля, это было круто. Я вам скажу, я тебя понимаю. Ее нажимаешь, это что-то, если ну,
это я называю выброс адреналина. Да. Залезть по сколу. Что я сюда пришел, блять? Я пришел сюда полазить, надо взять нахуй с этого объекта все, что можно. На прошлых выходных гоняли на заброшенный санаторий, а сегодня мы идем на скалодром трапецию. Пау! People, just try! Фейсфолд на маяк, джагл маяк, трейд. Поехали. Самое время для спиннинга комбо. Руки мерзнут очень жестко, но я попробую запилить дабл джагл, дабл маяк флип и ну так примерно. Я не люблю зиму, но
сегодняшний день офигенный. Скоро дойду до торгового центра, где находится Сколодром. Там встречусь с Егором и позже подойдет Валентин. Вот, ну а пока может еще тречок, два успею сделать. Сука, ветер. Скажи привет. Саша звук не пишет. Чего это не пишет? Привет. Егор, куда мы идем? Уже на Сколодром. Будем там тупить. Позориться. Приходит ко мне директор. Ну, проводит экскурсию, короче, как менеджер, он все говорит, что Егор Стаски говорит, привет. Он говорит, почему у тебя рубашка на поглажу? Я говорю, я не рубашка, а я ее гладил, я просто нагнулся и при этом ее смял. Все. О, привет. Да, здесь нет ограничений. О, боже! А, Егор, ты залезешь туда вверху? А я? Я не буду даже спрашивать. О, вот это мне нравится. Тебе это нравится? Вот этот маршрут. Я правда не отсюда дотянуться до сюда. Ты просто посмотри на это. Отсюда я не дотянусь. А ладно, сука. Да ты гонишь. Вообще руки здесь, понятно, пальчики. Пошли попроще маршрут здесь. Типа как по лестнице? Не-не-не-не-не-не-не. Так, да вообще тут как нефиг. Что? Вся жизнь в ходах. Вся жизнь в ходах, ищи лазить. Да просто лезет по всему все, чувак. Я тебе так говорю. Бутылка светлого лагеря и все пойдет хорошо. Вот выпал. О, нет, я так не могу. Я же зарежу наверх. А может это просто их. Колдоебин. Взять за лягушку, пацан, и лизни ее. Красавчик. Пошла. А, в общем, я думал, что совсем не так все будет. Ну, наверное, полчаса до балазы, и все, все у меня так. 10 минут, блин. 10 минут. Не, ну стрёмно, когда ты ползёшь, ты понимаешь, если ты не зацепишься, ты лясишься. Ну, будет не больно. Ну это высоковато.
А вот он, любимый маршрут Валентина. Покажи его там, за что он будет цепляться. Маршрут мне свой покажешь. Да, покажи. Что тебе об этом и говорят? Они же растягиваются, как балерины теряют девственность во время танца. Ты чего не знал? И потом там ставишь блок и скинешь. Конечно, ставим блок. Поставишь хэштег, блять, мой. Да, поставлю хэштег. Привет, я Егор, у меня суперспособность, я знаю, когда люди берут. Поэтому у меня нету друзей. Валентин сказал, что он занял первое место в школе по настольному теннису. Я такого не говорил, чувак. Давай. Подавай. О, да. Да, Егор, играй по-нормальному. Ой, молодец, ты перепрыгивай, давай, ты сможешь. Давай, давай. Все, мы все смотрим. Ну дальше ты приложишься. Понял. А этот чмош не так прост. Да. Ну нахуй ты не упал. Ну прикольно то, что можно всякой фигней пострадать, помимо того, что лазить.